На Абаза ТВ. Время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Очистить русло, навести мосты. Президент Рауль Хаджимба оценил работу по очистке малых рек Гулрыбского района и устья реки Кадор. Непростая ситуация. На примере одной улицы. Стихийный митинг в столичном районе Маяк. Пиратство или информационная война? 25 лет назад абхазские телевизионщики вмешались в эфир Первого канала. Начнем с официальной информации. Президент Рауль Хаджимба провел совещание по подготовке к выборам президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта. Как сообщает пресс-служба, глава государства отметил, что необходимо тщательно подготовить все необходимое для проведения выборов. Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в республике Семен Григорьев рассказал, что на территории Абхазии создано 20 участков и образовано 20 избирательных комиссий. За каждым участком закреплено определенное количество бюллетеней. Досрочное голосование уже проводится для военнослужащих, сообщил Семен Григорьев. Президент обратил особое внимание на обеспечение безопасности на участках в день выборов. Министр внутренних дел Гарри Аршба сообщил, что совместно со службой госбезопасности разработан план обеспечения безопасности. Рауль Хаджимба поручил главам администрации городов и районов обеспечить транспорт для доставки избирателей на участки в день голосования. Очистить русло, навести мосты. Президент Рауль Хаджимба оценил ход работ на малых реках Гулрыбского района и устье реки Кадор. Организация «Вектор Плюс» и компания «Нерут Комплекс» углубляют русло и расчищают берега на самых проблемных участках. С тех пор, как ведутся эти работы, паводки в Гулрыбском и Ачимчирском районах уже не становятся стихийным бедствием, как это было прежде. Наши корреспонденты также стали участниками инспекционной поездки. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Меньше чем через месяц эти белые вершины станут менять свой цвет. А это значит, что начнется активное таяние горных ледников. Тысячи кубометров воды реки будут относить в море. Станет это живописным зрелищем или стихийным бедствием, зависит от пропускной способности русел рек. В прошлые годы сезонный разлив Кадора приносил немало бед жителям прибрежных сел. Но с тех пор, как за очистку русла самой полноводной реки Абхазии взялись специалисты, ситуация изменилась. По словам Романа Дбар, Кадор нуждается в контроле и постоянной корректировке русла. Это не просто взять и сделать канал, по которому река будет течь. Перепад от железнодорожного моста до моря составляет 14 метров. При таких объемах воды, если сделать прямое движение, это будет огромная скорость, которая приведет к очень серьезным размывам берегов. И поэтому движение реки должно соответствовать законам гидродинамики. По словам президента Рауля Хаджимба, контроль русла реки Кадор – проект затратный. Но его экологическое и социальное значение переоценить невозможно. И на Кадор приходится тратить десятки миллионов для того, чтобы регулировать русло реки, чтобы не было вот того, о чем говорил Роман Саидович, по поводу и наших земель, которые ежегодно уменьшаются вдоль реки. И потом страдают наши хозяйства. Ну, я надеюсь на то, что вот те работы, которые уже заложены, они позволят нам потихоньку решать эти задачи. Средства все равно нужно находить, выделять из бюджета, делать эти работы ежегодно. Что касается малых рек Гулрыбского района, то с 2016 года было очищено более 10 проблемных участков. Президент Рауль Хаджимба проинспектировал 5 из них. И как бы хорошо они не были расчищены, мелкие недоработки есть везде. Например, разрушенный мост на реке Пшап. Русло реки углублено, но этот участок становится препятствием и для воды, и для жителей села, которым приходится преодолевать лишние километры, чтобы попасть на другую сторону. Мы сюда живем, школа там, дети, туда же отсюда, да, сейчас отсюда круговой сколько километров? 3-4 надо, а отсюда 1,5 километра. Проинспектировав этот участок, президент отдал распоряжение сотруднику компании «Вектор Плюс» соорудить мост на этом участке реки Пшап. Кладете опорные стены, сделать, положить на них плиты, хотя бы, как говорится, для того, чтобы люди могли ездить. Легковушки, чтобы хотя бы проезжать.
Несмотря на то, что река небольшая, на очистку 4 километров ее русла пришлось потратить 8 миллионов рублей и месяц практически вручную выкапывать тонны ила. Мы своими силами на этой реке устроили дамбу, расчистили от завалов речку, углубили ее, раскрыли канал. То есть она из-за того, что были большие заторы, начала создавать себе новое русло. То есть не идти прямо, как положено, а лево-право. Вот эти все нюансы мы расчистили, распрямили русло, углубили его, сделали небольшую дамбу, чтобы защитить данную территорию. Еще одна небольшая, но стратегически важная река Малый Кодор была очищена на двух участках в селе Бабушара и в Дранде. Беспрепятственное движение воды по ее руслу важно не только для жителей этих населенных пунктов, но и для сохранения аэропорта, так как перед тем, как впадать в море, Малый Кодор протекает в рукотворном тоннеле прямо под взлетно-посадочной полосой. Все-таки есть еще понятие стратегических каких-то задач и целей. Аэропорт практически просекается вот этой рекой. И если мы не проведем соответствующих работ, при всем том, что аэропорт пока, к сожалению, не работает, но нельзя допустить, чтобы все это было разрушено. В селе Кацикыт прямо у моста через реку переброшено спиленное дерево, которое не успели убрать, и оно своими ветками стало собирать речные наносы, среди которых оказался бытовой мусор. По словам жителей села, речку давно используют как мусоропровод. Вот везут, каждый мусор здесь находится. Тут в речке нет, вот тут зайдите, этот, везде мусор. Ну это машины, которые с мусором, они должны... Машины нет, они тоже, они должны туда хумушкуры поднять, они наоборот здесь выгрузят и уедут. И сетки должны одеть, а по дороге он весь этот мусор, весь летай с машин. Глава села пообещал президенту решить вопрос с замусориванием реки и не допускать таких оплошностей впредь. Ведь, по словам Рауля Хаджимба, такое неответственное отношение к рекам сводит на нет все усилия рабочих и делает напрасными финансовые затраты из госбюджета. Малейшая вот такая вот как бы оплошность ваша, и потом опять начнется. Потом опять эти средства. Ну, таких средств уже никто не выделит, поверьте. Нужно поддерживать то, что сделано, надо поддерживать. Около 40 миллионов рублей государственных средств было выделено на расчистку малых рек Гулерыбского района и примерно столько же на контроль за руслом реки Кодор. Дальнейшим поддержанием их русел, как говорится, в рабочем состоянии будет заниматься местная администрация. Люди обращались к главе села, глава села обращался ко мне, к депутату, а мы уже, соответственно, к президенту обращались, так как таких средств у нас нет. Ну а в будущем, как мы и договорились, мы будем поддерживать эти реки уже за счет собственных бюджетов. Жители сел, где побывал президент, пользуясь случаем, рассказали Раулю Хаджимбе и о других проблемах их заботящих. Их решения люди также видят в волевых действиях главы государства. Марианна Котова, Раму Камке, Абаза ТВ. К другим темам. Депутаты Сухумского городского собрания утвердили отчет об исполнении бюджета столицы за 2017 год. Сообщает пресс-служба Сухумского городского собрания. Об основных параметрах бюджета прошлого года депутатам рассказал начальник управления финансов Алхас Лагвилава. Он сообщил, что по доходам бюджет составил 1 миллиард 95 миллионов 816 тысяч 300 рублей, а по расходам 1 миллиард 85 миллионов 589 тысяч рублей. Превышение доходов над расходами составило 10 миллионов 227 тысяч 300 рублей. Непростая ситуация на примере одной улицы. Утром во вторник в нашу редакцию обратились жители улицы Габечия. Они сообщили, что проводят акцию, связанную с дорогой по их улице. Последняя не выдерживает никакой критики, и как бороться за свое право на обычный путь домой, люди уже не знают. Элеонора Гелаян попыталась найти ответы на главные вопросы вместе с ними. Абхазский антибренд на все времена. Дороги. Пора признаться, в нашей стране гораздо проще составить список отремонтированных дорог, нежели разбитых. Вторых всегда будет больше. И, кажется, потихоньку терпение жителей подобных улиц начинает заканчиваться. Сегодня это улица Габечия. Утро здесь началось бурно. Десятки жителей вышли на ведущую Маякскую улицу Адлейба, чтобы напомнить вновь. Так продолжаться не может. Долгие десятилетия десятки по городу и сотни по республике улиц имеют только название. Их переименовывают, на них вешают новые таблички. От выборов к выборам кандидаты даже разоряются на лампочки и иногда на свежий гравий. Вот только жить от этого никому не лучше и не веселее. На примере одной улицы Габечия можно рассмотреть многое. Здесь все каналы надо прочистить. Здесь, начиная отсюда до самого озера, все забито.
все илом покрыто. И еще мало того, еще хлам тоже насыпали. Хлам, хлам, очень много хлама. Люди сами своими руками сделать не могут. Там нужна техника. До этого приходили к нам, обещали, да, говорит, там тяжелое не пойдет. Но до этого, не помню, кто этот был, депутат или что, толку от этих депутатов толку нету. Сказали, что есть в организациях какой-то болотоход, который сможет пройти и прочистить вот этот, где невозможно пройти экскаватору, пройдет болотоход, хоть канал, не надо всю территорию, шириной дайте в 2 метра, чтобы могла вода уходить сточно. Пока сточной воды не будет, никакая дорога нам не поможет. Здесь хоть метровый асфальт ложи, вода это все поломает. Но класть хоть метр асфальта никто, конечно, не спешит. Главной причиной бесконечной отсрочки работ называется отсутствие бюджетных денег на подобные проекты. Денег нету, а построить все такие домища строятся, такие состояния вкладываются, а у нас в казне нету денег, говорят. И когда наводнения здесь бывают, людям выделяют помощь за то, что они пострадали. Так эти помощи лучше пусть вложат в дорогу и сделают, и всем будет хорошо. Не то, что выборочно платят помощь. Не раз и не два жители собственными силами пытались сделать точечный ремонт. Тут засыпать, там подлатать. В отчаянии мужчины готовы даже сесть за управление спецтехникой и отремонтировать свою улицу самостоятельно. Звучат и другие, более резкие предложения. Нашу пенсию мы не хотим, пусть эти деньги или налог, вот это самое, машины будем собирать и пусть делают дорогу. Мы деньги, это 500 рублей, пусть им будет, лишь бы они делали дорогу. Мы уже устали, у нас маленькие дети, все больные, сколько можно лекарства купить? Они года 3 тому назад дали деньги. Зачем мне деньги? Пусть дорогу делают. Не хочу ничего, дорогу хочу. У нас сзади свалка, сзади болото, эта вода уже грязную воду, как еще сказать, заходит домой. Не хочу. При этом на улице Габечия расположен детский сад. Из новых. В отремонтированный садик малыши ходят совсем не детскими препятствиями. Тут машина забрызгает, там лужа чуть глубже, чем рассчитывали. А здесь вообще дорога закончилась, а грязь началась. К митингующим с утра приехал глава городской администрации. Прекрасный детский садик. Мы ходим каждый день. 4 года мы 1 год потерпели, 2 год терпим, 3, ну 4. Но мы уже обратились к ним и позвали. Мы попросили его пройти вместе с нами, как мы ходим каждый день с детьми. Я, например, с 2 детьми хожу. Одного поднимаю. У нас нету машины. У меня лично нету. Я не заработала пока еще на машину. Мы его попросили пройти вместе с нами. Никак он не согласился. И сказали мы, ну что будет, через год, через 2, еще сколько ждать? У нас нет денег. Вот что он нам сказал. У нас важнее, еще есть дороги, которые вам не нужно пока сделать. Вот то, что он сказал. Важно понимать, улицы Габечия не начинаются и не заканчиваются проблемы городских дорог. Даже в одном районе Маяка буквально каждый поворот сопровождается проблемами как для пешеходов, так и для автолюбителей. Мы периодически сворачивали с центральной улицы на пересекающие. Кажется, картинка говорит сама за себя. Сразу с точки митинга мы отправились в городскую администрацию, где нашу съемочную группу уже ждал глава города. Адгур Харазия отметил, проблема действительно острая, и к ее решению нужно подходить обдуманно. Дело в том, что мы за 25 лет очень мало что в этом плане в городе сделано. И можно сказать, что 90% дорог находится в очень плохом состоянии. И решить это за год, за два, тем более силами города, это невозможно. Бюджет города не позволяет решать такие задачи. Бюджет города в основном, мы живем за счет своих денег, не за счет дотации. И эти деньги хватают только лишь на расходы. У нас 65% дохода уходит на зарплату.
Ресурсы города слишком ограничены, рассказывает Адгур-Харазия, чтобы охватить сразу все необходимое. Поэтому столице приходится руководствоваться приоритетами. Бюджет заставляет выбирать. Но вы посмотрите, какая ситуация перед 5-й школой. Туда машины не могут заезжать. Сейчас мы меняем там трубу, 800 метров трубы. Там канализация вообще не работает. Только на замену трубы там необходимо 7 миллионов. Но уже большинство этой работы уже выполнено. Идет работа в течение одного месяца. Мы там закончим по трубе, по укладке трубы. Но после этого его еще на такую же сумму, еще 7 миллионов пойдет на асфальтирование. Но когда мы что-то решаем, какие-то задачи, мы должны выбирать приоритеты. Что важнее, школа или обычная дорога? Там детский сад расположен. Ну, детский сад, но к нему проезд возможен. Это жители жалуются, что на них падает пыль. Но проезд возможен, а к 5-й школе невозможен проезд. 5-я школа, соцобеспечение и ряд других площадок сегодня приводятся в норму из городского бюджета. Они в приоритете. Меж тем, для жителей улицы Габечья тоже есть обнадеживающие новости. Впервые обозначены сроки, в которые будет решен этот вопрос. Я встречался с жителями этой улицы, данно конкретно, если говорить о Габечье. Они приходили ко мне вместе с депутатом Абухба. И мы договорились, что мы изучим этот вопрос и в течение года его сделаем. В течение этого года, потому что он у нас в бюджете не сидит. Это надо изыскивать другие какие-то источники, чтобы это сделать. Но в плане сидит. Но это не самая плохая улица. И мэр прав, есть места гораздо хуже. Возможно, совсем скоро, воодушевившись поступком жителей Габечья, с протестами выйдут люди десятков других таких же покалеченных улиц. Явление интересное. Митинг не про политику и высокое, а про то, что вот, внизу и близко. Может, именно за этим избавление от наших бед. Объединение во имя решения проблем, а не на почве различных взглядов на сами проблемы. Кажется, именно подобные общие цели чего-то стоят. Да и какой может быть второй взгляд на эти улицы? Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ. Продолжаем выпуск. Председатели союзов журналистов Абхазии и России встретились в Москве. В столице России состоялась встреча председателя Союза журналистов Республики Абхазия Руслана Хашык с председателем Союза журналистов Российской Федерации Владимиром Соловьевым. Обсуждались возможные совместные проекты в рамках празднования десятилетия признания независимости Абхазии и Российской Федерации и 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Соловьев и Хашык обсудили также вопросы, связанные с участием журналистов из Абхазии в мероприятиях, проводимых Союзом журналистов России, в частности, в ежегодном фестивале прессы «Вся Россия», а также других журналистских форумах. Пиратство или информационная война? Ровно 25 лет прошло с того дня, когда абхазские телевизионщики вмешались в эфир Первого канала. 6 марта 1993 года в разгар Отечественной войны народа Абхазии на главном канале постсоветского пространства был показан документальный фильм о президенте Грузии «Шеварднадзе. Маска сорвана», снятый западными СМИ. О том, как это удалось сделать и какой был резонанс после показа, расскажет Анастасия Никонова. Террористы напали на безоружных мирных граждан, которые отважились выразить свой протест во имя торжества демократии. В бывшей Советской Республике Грузия военные танки подавили грузинскую борьбу за свободу и свергли впервые избранного президента. Эдуард Шеварднадзе возвращается в свой родной край с попыткой объединить страну в период ее кризиса. На Западе его знают как борца за мир, но те, которые жили под его властью, знают его как правителя самой коррумпированной страны. Снимите маску с человека.
человека, который путем насилия борется за независимость, подобно тому, как раскрыли его мы. 16 минут этого документального фильма под названием «Шеварднадзе. Маска сорвана» были показаны в эфире Первого канала, тогда еще ОРТ, в этот день 25 лет назад. В 1993 году 6 марта не было таким спокойным и благополучным. Шла Отечественная война народа Абхазии. А на войне, как говорится, все способы хороши. Наш сюжет расскажет вам, как удалось в разгар грузино-абхазского вооруженного противостояния изменить вещание главного российского канала и дать в эфир фильм о грузинском президенте, рассказывающий правду о приходе к власти, кровавом режиме и гражданской войне в Грузии, которую он развязал вместе со своим политическим соратником Джабай Иосилиани. Теперь обо всем по порядку. В январе 1993-го по распоряжению первого президента Абхазии Владислава Арзенба абхазская делегация отправилась в Голландию на третью Генеральную ассамблею ОНН в Гаге. В ее составе был сотрудник абхазского телевидения Кристиан Бжания. О приезде абхазов, конечно, было известно. Знал об этом и абхазский дипломат Вячеслав Черикба, который тогда преподавал в Лейденском университете. Он рассказал нашей делегации о документальном фильме, снятом западными СМИ, в которых они разоблачают политику президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Вы представьте себе, это 93-й год, а Шеварднадзе, у которого просто зашкаливающий международный авторитет, весь мир его поддерживал, и на этом фоне вдруг появляется фильм, сделанный не в России, там еще не где-нибудь, а именно вот на Западе. Если перевести название фильма, либо «Шеварднадзе без прикрас», или «Шеварднадзе маска сорвана», вот что-то вот около этого. На родине фильм посмотрел Руслан Хашик, занимавший тогда пост председателя АГТРК. Упустить возможность показа документального фильма, снятого западными СМИ о президенте страны, с которой мы воевали, конечно, не хотелось. Но реализовать это было нелегко. Сначала было принято решение перевести фильм с английского на русский. Этим занялась политолог Ляна Кварчеля. Процесс перевода занял около месяца. Фильм такой объективный, хорошая документалистика. Это фильм о событиях 90-х годов, когда тбилисские официальные власти, это Госсовет Грузии, вел определенную такую жесткую борьбу против джихадистов Западной Грузии и вообще о личности Шеварднадзе в истории Грузии, в истории, в советской истории. Просто вот содержание фильма заставляло нас вот искать и вот найти вот такой, совершить такой поступок в эфире, с точки зрения нормальной журналистики это недопустимо, но в условиях войны все, что ты придумаешь, это будет полезно для твоей страны и для воюющего народа, это всегда можно использовать. То, что тогда российские СМИ назвали пиратством в эфире, произошло на телевышке в Пицунде. 6 марта ровно в 18:20 после выпуска новостей на Первом канале шел рекламный блок. Этот блок был перезаписан и к нему смонтирован тот самый фильм о Шеварднадзе. Техническую часть этой миссии осуществил Даур Курсая, который тогда был главным инженером вещания АГТРК. Мы записали сюжет на видеомагнитофон стандарта Betacam, приписали к нему рекламные ролики, которые обычно показывались между концом новостей первой программы и началом фильма или какой-то другой передачи, так, чтобы это не было заметно. И как раз, когда завершился показ информационной программы, мы переключили на свой источник, опять же, те же рекламные ролики, на которые нельзя было бы понять, что произошел смена источника. И после этих рекламных роликов все гладко через рекламу плавно вошел и начался этот фильм. Фильм, и, естественно, и вся Грузия его тоже смотрела.
И вещание этой документалистики вызвало панику в грузинском правительстве. Пока не догадались, что происходит и как это остановить, в эфире шла 16-я минута фильма. Более того, Шеварнадзе «Маска сорвана» на русском языке озвучил абхазский журналист Кристиан Бжания, голос которого был схож с коллегой из Грузии Кокой Кандиашвили. На первых порах Шеварнадзе решил, что именно он озвучил разоблачающий режим фильм. И двое суток до того, как эта информация была опровергнута, Кандиашвили сидел под арестом. И он сразу, даже не зная слишком вот эти все подробности, он сказал, может, вы что-то путаете меня с Кристианом. И они и попросил, чтобы они записали очередной выпуск новостей, и сравнили Кристиана голос и его, только после этого его освободили. Ну, мы посмеялись, сказали, выразили свое сожаление, что его держали только 2 дня, что он больше заслуживает. И похвалили за оперативность грузинские спецслужбы. В это время вышел с переговоров Ясиляни, и он сразу указал, вот помните, вы меня подозревали, вот они автора этого проекта. Вот так этот смелый поступок был совершен в очень тяжелое для нашего народа время. Шла война, и ее надо было выигрывать и информационно, пытаясь донести миру правду, которую тогда, к сожалению, знали только мы. Такой резонанс был большой. И мы тогда с Русланом получили благодарность от Владислава Григорьевича. Это дорого стоило на самом деле, потому что все мысли были о том, ну, война она разнохарактерная, есть физическая боевая составляющая, а есть идеологическая, информационная. Тогда, конечно, крайне скудны были средства достижения этих целей, но вместе с тем, вот с помощью наших ребят, техников очень умных, нам это все удалось сделать. Мы были очень, ну просто счастливы, что мы смогли эту идею технически реализовать, и пошел процесс. Это, в общем-то, вызвало реакцию неоднозначную в самой Грузии. То есть вот та информация, которая им подавалась о том, что этот святой человек Эдуард Амбросович Шеварнадзе, она это опровергалась, что они не только с абхазами, но и внутри себя вели кровавую гражданскую войну. Уже через много лет после этого события вышла книга-дневник экс-прокурора Ачемчира Амирана Куправа, посвященная грузино-абхазской войне. Знакомясь с изданием, журналист Руслан Хашиг увидел статью, которая рассказывает о 6 марта 93-го, когда, несмотря на довольно скромные технические возможности, абхазские инженеры и журналисты смогли осуществить очень смелую идею, которая тогда стала глотком свежего воздуха для абхазского народа и поводом для хаоса в Грузии. Мы спросили у Шеварнадзе, почему грузины убивают за внедрение новых демократических прав. Почему получилось так, что число убитых на митингах достигло 50, а число раненых около 200. И все это на мирных митингах за последние 5 или 6 месяцев. Анастасия Никонова, Рамо Камке, Сасрукуа Гухаба, Абаза ТВ. Правительство было свергнуто в знак протеста. Существуют подобные статистические данные об убийствах на митингах, но подобных фактов нет. Этого не было. Не знаю, кто дает вам такую информацию. Я был на этом митинге 18 мая. Они развязали все это, появившись с дубинками на военных машинах. Документальный фильм о президенте Грузии «Шеварнадзе. Маска сорвана». Смотрите после выпуска новостей. С похвалой и напутствием президент принял делегацию Государственного молодежного театра, который вскоре покажет свой спектакль «Килишбей» на праздновании 60-летия абхазской диаспоры в Москве. В состав делегации вошли народная артистка Абхазии, художественный руководитель Государственного молодежного театра Софа Агума, писатель, автор пьесы «Килишбей» Анзор Мукба, режиссер-постановщик спектакля Шалва Гицба, директор молодежного театра Аслан Еник и исполнитель главной роли Аслан Ангваб. Репортаж Надежды Боровиковой. Спектакль Государственного молодежного театра «Килишбей», имевший колоссальный успех в Абхазии, впервые будет показан в Москве. Абхазская диаспора пригласила труппу театра участвовать в праздновании 60-летия диаспоры. Президент Рауль Хаджимба отметил, что спектакль ему понравился. Он показывает путь, который прошло наше государство. Рад, что его увидят как жители нашей страны, так и иностранный зритель, сказал глава государства. Первый спектакль, он был барзал шедзон.
Народная артистка Абхазии, худрук молодежного театра Софа Агума, призналась, что самая важная оценка работы команды – это похвала зрителей. А режиссер-постановщик Шалва Гидзба отметил, что давно хотел поработать с таким сложным и глубоким материалом. Автор пьесы, писатель Анзор Мукба, рассказал, что вынашивал идею Келешбея уже давно. Такой положительный отзыв от зрителя говорит только о том, что люди хотят видеть на сцене исторические спектакли, добавил автор. Актеры театра готовились к постановке и днем, и ночью, отметил директор молодежного театра Аслан Еник. Более того, мы сами готовили декорации и теперь думаем о том, как будем перевозить их в Москву, поделился он. Спектакль «Келешбей» будет представлен в Москве 20 марта. Государство окажет финансовую помощь театру для организации этой поездки. Надежда Боровикова, Анастасия Никонова, Раму Камкия, Абаза ТВ. День рождения мастера слова и знатока человеческих душ. 89 лет исполнилось нашему гениальному писателю, прозаику и поэту, автору всемирно известных произведений Фазилю Искандеру. Главные книги мастера написаны в оригинальном жанре. Роман «Эпопея», «Сандро из Чегема», «Эпос детства Чика», «Повесть», «Притча», «Кролики и удавы», эссе-диалог «Думающий о России» и «Американец». И многие-многие другие не менее известные творения. Сюжет многих его сочинений разворачивается в селе Чегем, где автор провел значительную часть своего детства. Длинный список премий имени Фазиля Искандера объявил русский Пен-центр. В этом сезоне награды будут вручать в 4 номинациях. Соискателей премии представлен именами известных прозаиков, поэтов и драматургов, таких как Анатолий Гаврилов, Олег Глушкин, Канта Ибрагимов, Виктор Кула, Елена Макарова, Муса Мураталиев, Елена Нестерина, Елена Одинцова, Рада Полищук, Валерий Попов и другие. Короткий список финалистов будет объявлен в середине июня 2018-го. В этом сезоне к 3 номинациям проза, поэзия, киносценарии и пьесы по произведениям Искандера добавилось еще
одна – «Чегемские высоты» для молодых до 35 лет, писателей, поэтов, киносценаристов и драматургов Республики Абхазия, а также страны Республик Кавказского региона. Жизнь как посвящение Родине. 90 лет со дня рождения выдающегося абхазского поэта отметили в Государственном университете. Личность Владимира Анкваба выходит за географические и творческие границы Абхазии. Его произведения известны по всей России и не только. Велика роль Владимира Платоновича в становлении не одного поколения абхазских патриотов. Будучи преподавателем родного языка и литературы, он вкладывал в них всю душу. Анкваб был одним из тех, кто внес значительный вклад в развитие дружественных отношений между братскими народами Кавказа. Амелия Сатурян продолжит тему. Невозможно переоценить вклад абхазской интеллигенции в сохранение языка и национальной культуры. В самые трудные для народа годы именно эти люди неустанно работали над патриотическим воспитанием молодежи, развивали в каждом свободу мышления и дух абхазского единства. Таким был и поэт-педагог Владимир Анкваб. У вас их сдрионера Владимир Платонипа Анкабги. Сара ломкала и студент шесреом издаха, а брисевстазара чесыма зарцельча рабхе дыргыланыц сыпхядзой. Владимир Платонович посвятил всю свою жизнь изучению и развитию абхазской литературы. Помимо поэтического таланта, еще одно качество отличало его от многих. Владимир Анкваб помогал способной молодежи находить свой жизненный путь. Университет Салгансана, Сыца университет Атра Якши, Аха, Уса Ламалаги, Усура Курыпшара, Водаю и Марьяма Сдазыхен, Снацала, Ацала, Нахатып, Лаха Магима, Нырха, Саргина, Саапшипа, Гипсхи, Дашемяк, Багара, Уэтихен, Абсу, Литература, Кафедраджа, В истории становления кафедры абхазской литературы АГУ четко прослеживается роль Владимира Платоновича. Многие годы назад он смог привлечь к работе в Институте выдающихся ученых. Свои доклады, посвященные личности и деятельности Анкваба, гостям представили студенты филологического факультета Абхазского государственного университета. Владимир Анкваб рабхит пишку ену о женралах, о поэмах, о балладах. Вах апоит ашер зихует абсаргел абзибара, о патриотизме. Я вижу цаха, омчивши хыкуй, а важнора рачиары и пархагуат шерцрапа. Аж учи и рубас, и рейху тырпан на кылуй, абзибара гирикаге. Любовь к родине, как главное чувство, воспевается в стихах поэта. Ама алык хоч ацки, а юната ачара, а губ зыгра, а насыплахтых, а гугра, а цельпсист, а бипара мыцга, а не аби, а набью швапом, а цельпсист. Литературовед Руслан Кабба был хорошо знаком с поэтом. Он рассказывает о том, как Владимир Платонович стоял на страже интересов абхазских студентов в тяжелые годы. Руслан Кабба также написал книгу, посвященную жизни и деятельности Владимира Анкваб. На мероприятие, посвященное юбилею Владимира Анкваба, в Абхазию специально прибыла делегация из Карачаево-Черкесской республики. Преподаватели рассказывали о том, насколько весом вклад поэта в дружбу между народами. Студенты читали стихи. В Абхазском государственном университете работает кабинет памяти Владимира Анкваба. Посетив его, каждый желающий сможет узнать больше о жизни и творчестве поэта. Амелия Сатурян, Сасырква Агуха, Абаза ТВ. «По лезвию кинжала» – посмертное издание книги государственного и политического деятеля Абхазии Аслана Оторба под таким названием презентовано в Абхазском институте гуманитарных исследований к столетию автора. Сборник составлен из материалов домашнего архива. Издание состоит из трех частей и приложения.
Дело в том, что для человека другого поколения, который, в общем-то, не застал в работе, в жизни, и знакомство было только по материалам. И поэтому удивительно, что он сумел проникнуть как-то в основные моменты и правильно понимать ту эпоху и роль многих в это время и значение того, что они делали. Ну, для книги были собраны основные выступления, и Аслану еще удалось уточнить место их проведения. Выступления не обозначены были в этих докладах. Вот, и большую часть он сумел по датам определить, и там разные комментарии, потому что есть разные варианты самого доклада и стенограммы этого мероприятия. Подробный сюжет с презентацией смотрите в нашем эфире в среду, 7 февраля. Продолжаем. Юная танцовщица из Абхазии Лолита Джабава выступит на Международном фестивале искусств в «Звездный час», который пройдет в Москве с 7 по 10 марта. Лолита прошла мастер-класс у хореографа-танцора Евгения Папунаишвили, после чего ее пригласили на фестиваль «Звездный час». Был снят клип, который отправили организаторам. Сначала был национальный танец, потом организаторы сказали: «Эти танцы мы видели, удивите нас!» и поставили Лолите современный танец, сняли другой клип. И она успешно прошла отборочный тур. 11-летняя Лолита, ученица 5 класса Сухумского лицея-интерната, около года посещает танцевальную студию «Микс Студио», которой руководит Рамаз Микая. Что ж, пожелаем удачи нашей юной танцовщице. Спорт. Абхазские волейболисты стали бронзовыми призерами открытого чемпионата города Сочи по волейболу среди мужских команд. В чемпионате принимало участие 8 команд из Сочи и волейбольный клуб «Сухум Абхазия». Команды были в основном с высшей сочинской волейбольной лиги, в которую мы стремимся попасть в следующем году. В первый день игр мы с уверенностью вышли из группы, заняв второе место. Во второй день, проиграв чемпиону соревнований, команде «Интер» вышли на игру за третье место против команды «Союз», которая постоянно в тройке лидеров как в высшей сочинской лиге, так и в любых сочинских соревнованиях. Команда намного превосходила нас как ростом, так и опытом, рассказал капитан волейбольного клуба «Сухум Абхазия» Аслан Теркба. В завершении еще одна официальная информация. 9 марта объявлено нерабочим днем. Распоряжение об объявлении 9 марта пятницы нерабочим днем подписал премьер-министр Беслан Барцыц. В соответствии с ним рабочий день переносится на субботу 1 сентября. Таким образом, 7, 8, 9 и 10 марта будут выходными днями. И сейчас о погоде в Сухуми. В среду, 7 марта, в столице ночью и утром пасмурная погода, днем преимущественно ясная, температура воздуха днем 19, ночью 7 градусов выше нуля. На этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До встречи в эфире.